Вітаю, це суспільна програма «Тема дня Крим». В студії з вами ведуча Лариса Волошина. Аналіз порушень прав людини в окупованому Криму за 9 місяців 2020 року. Саме таку доповідь сьогодні представив Кримсько-Татарський ресурсний центр. Так, з січня по вересень правозахисники нарахували в Криму 40 обшуків, 68 затримань, 195 арештів, 332 порушення права на справедливий суд. 13 людей були засуджені на терміни від 3,5 до 19 років позбавлення волі. Тож про те, які зміни демонструє ситуація з порушенням прав людини в окупованому Криму у порівнянні з минулими роками, і про те, як змусити Росію припинити утиски проти мешканців окупованого Криму, про все це ми поговоримо сьогодні в нашій програмі. З нами на зв'язку Ескандер Барієв, член Міжлісу кримськотатарського народу та голова Кримсько-Татарського ресурсного центру. Вітаю вас, пане Ескандере. Добрий вечір. Втім, в доповіді, яку сьогодні було представлено Кримсько-Татарським ресурсним центром, на мій погляд, спостерігається дуже цікава тенденція. Наприклад, щодо обшуків, затримань, допитів або опитувань і так званих бесід, арештів і таке інше, спостерігається таке суттєве зменшення, до прикладу, якщо, наприклад, говорити про обшуки, то загальна кількість, яка зареєстрована була вашими експертами, це 40 обшуків, що сталися за 9 місяців в Криму. Серед них 25 у кримських татар. Але це в два рази менше, ніж минулого року. То поясніть, будь ласка, як ми можемо оцінювати от такі тенденції на зменшення? Ну, в першу чергу, ми ще такі во время презентації говорили о том, що такі категорії, як обыски, задержания, потому что задержание, обыски – это взаимосвязанные категории, потому что в большинстве своем как раз-таки задержания происходят после обысков и допросы, опросы, беседы так называемые. Поэтому вот эти три категории, они все-таки взаимосвязаны между собой, и мы больше связываем это с тем, что 2020 год, он все-таки характерен пандемией, характерен карантином. И на наш взгляд, именно вот эти действия, они уменьшены в связи с карантином. И мы видим, что по сравнению с 2018 и 2019 годом, конечно же, количество обысков, задержаний и допросов уменьшилось где-то вдвое, где-то в 2,5 раза. Но при этом я хочу обратить внимание, что количество нарушения права на справедливый суд и количество арестов остается таким же, разница практически небольшая, а то, если даже мы сравним, количество арестов больше, чем в 2018 году, но меньше, чем в 2019. Но это связано с тем, что здесь продолжается, во-первых, когда мы говорим об аресте, мы говорим о новых арестах, о приговорах и о продлении арестов. То есть к моменту 2020 года уже достаточно количество людей являются арестованными и находятся в СИЗО. И, соответственно, те новые аресты, которые происходят, а их было за 9 месяцев 2020 года порядка 47, из них, из новых арестов, были и аресты, когда через некоторое время их судьи освобождали или оставляли под домашним арестом, а некоторых оставляли именно в СИЗО. То есть, если видеть эти, наблюдать за этими тенденциями, то все-таки мы склоняемся к тому, что коронавирусная инфекция все-таки в какой-то степени повлияла на уменьшение этих карательных действий со стороны оккупантов. Но преследование именно также продолжается по следующим статьям. Это преследование к списку Тахрир, преследование причастности к Иеговы, к физикам Иеговы, преследование за шпионаж и аресты, за так называемое хранение боеприпасов, там взрывчатых веществ, и в том числе по обвинению по причастности к батальону Нумана Челебиджихана.
этот процесс остается. Что касается самих, вот что нового мы обнаружили за эти 9 месяцев, это в первую очередь то, что все-таки российская власть через национальное законодательство, через изменение национального законодательства пытается усилить репрессии в отношении граждан, проживающих на оккупированной территории. Это и усиление, я бы так бы сказал, усиление Уголовного кодекса, когда больше усиливаются статьи по преследованию за терроризм. Это и в том числе и изменения в Конституцию Российской Федерации, связанные с ограничением людей или прав, или решением права на собственность тех людей, которые не приняли российское гражданство, mm-hmm. или которые для россиян являются иностранными гражданами, в том числе и те крымчане, которые не получали российские паспорта и сохранили украинское гражданство. Речь идет о территориях, где те же земельные участки уже являются не будут являться собственностью позиции оккупанта. Также я хотел бы обратить внимание, что за эти 9 месяцев оккупанты усиливают в отношении политузников либо дополнительно новые статьи. Вот, к примеру, ситуация, когда человек обвиняется за причастность к террористическим организациям, но при этом появляется новая статья за переворот, государственный переворот. Или усиливается статья, то есть одно дело причастность, другое дело к руководству в террористической деятельности. И вот здесь как раз из части второй, часть первую переквалифицирует статьи. Далее я хотел бы обратить внимание на то, что за эти месяцы появилось новое преследование. Это преследование так называемое за недонесение. То есть начинают привлекать к ответственности людей, которые якобы не донесли на других людей о том, что якобы они замышляют там какой-то террористический акт или какие-то противоправные действия. Такого раньше не наблюдалось, и именно наблюдается в этом году вот за этот промежуток времени. И, конечно же, я хотел бы обратить внимание еще на то, что все-таки оккупанты продолжают системную политику. Мы не можем сказать, что системной политики преследования нет, то есть она продолжается. Другой вопрос, что сдерживающим фактором в этих процессах все-таки на данный момент является именно коронавирусная инфекция. От я хотіла би докладніше спитати вас про склад тих злочинів, які інкримінує окупаційна каральна машина. Тому що шпигунство, теоретично шпигунство мало би стосуватися людей, які мають стосунок до секретної інформації. Неможливо вже звинуватити в шпигунстві людину, продавчиню, наприклад. Що тут? Кого вони звинувачують, наприклад, в шпигунстві? Що це за люди? Це працівники окупаційних адміністрацій або військових угрупувань? На самом деле я с вами согласен и с вашим вопросом, потому что в шпигунстве или в шпионаже могут обвинять только те, которые имеют прямое отношение к вооруженным силам, допустим, Украины. И таким образом, конечно же, можно обвинять в шпионаже. Что мы видим здесь? Во-первых, в шпионаже обвиняют скажем, военнослужащих Российской Федерации. Есть случаи шпионажа, обвиняют личных гражданских лиц, которые якобы собирали информацию в пользу Украины. И есть и такие случаи, и, соответственно, их обвиняют в шпионаже. Пример такой, как Долгополова, или пример Сухоносова. Поэтому вот здесь вот эти вот статьи, я думаю, что Российская Федерация таким образом, наверное, в каждом гражданине Украины на оккупированной территории видит потенциального шпиона. Ну и кроме того,
как и сегодня, кстати, были заявлены представителями оккупационной власти, они заявляют, что они нейтрализовали якобы всему 4 террористических акта. На самом деле мы здесь и видим, мы говорили, что на протяжении 9 месяцев порядка 7 человек арестованы именно за так называемую подготовку или именно непосредственно террористических актов. Я не говорю сейчас о Хизбут-Тахрир. По Хизбут-Тахриру было 11 человек арестовано за этот период. Но речь идет о том, что, помните, когда говорилось о том, что были попытки якобы совершения терактов в Симферополе, Керчи, там, в других регионах Крыма. Таким образом, Российская Федерация наверняка пытается оправдать свои репрессивные действия по отношению граждан Украины на территории Крыма и таким образом преподнести, что якобы есть угроза со стороны религиозных организаций и со стороны украинских активистов, что якобы есть некая такая угроза. Я думаю, они таким образом пытаются сделать несколько посыл. Посыл первый для российского общества, показать, что действия Российской Федерации на территории оккупированного Крыма якобы правильные. Посыл для жителей Крыма, с одной стороны, запугать, с другой стороны, показать о том, что якобы некие украинские там диверсанты, шпионы пробираются в Крым и пытаются там совершить террористические акты, которые могут нести угрозу для крымчан. Ну и третий, на мой взгляд, посыл, это для международного сообщества. О том, что, во-первых, из крымских татар сделать религиозных террористов, а из украинцев больше преподнести как украинских диверсантов, шпионов и людей, которые несут угрозу обществу. Пане Іскандере, ну от з висловлювання я хочу навести цитату голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова. Він сказав про те, що системний моніторинг порушень людини в окупованому Криму є базою для міжнародних організацій, що це важлива місія займатися цією темою. Але тут виникає питання все ж таки в глибинному розумінні, тому що з того, що ви говорите, наприклад, коли будь-яку людину, яка дотична до України, а там всі громадяни України мають зв'язки з Україною, тобто це зрозуміло. Людину можуть звинуватити в шпигунстві. Не під підозру і розслідувати, а просто звинуватити. Або людину, яка дотична до тієї чи іншої релігійної організації, може звинуватити в спробі державного перевороту. Причому доводити не будуть навіть підготовку цього перевороту. Просто будуть говорити, що ну от він член терористичної організації, але чи має це хоч якісь відношення, хоч удалене до тероризму, то вже таке. І от що робити з цією ситуацією? Чи є у західних дипломатів, у західних міжнародних організацій розуміння про те, що вже російські закони самі по собі перетворилися у цей маніпулятивний інструмент тиску? І що вимагати від Росії дотримуватися законів вже немає сенсу, тому що її закони вже перекроєні таким чином, щоб репресувати українських громадян в Криму. Пане Іскандере, чи чуєте ви нас? В нас якась проблема зі зв'язком. Зараз я попрошу перенабрати, а от як таку певну картинку, певне підтвердження того, про що ми говорили, я хочу навести цитату, яку висловлювання Людмили Денісової, уповноваженої Верховної Ради з прав людини, вона в своєму фейсбуці заявила про те, що Олег Приходько, кримський активіст, політв'язень, людина, яку звинувачують в тому, що він нібито збирався підірвати райраду в САКах, він зараз піддається тортурам, тому що в нього слабке здоров'я, в нього є проблеми зі слухом, але він позбавлений можливості отримати медичну допомогу. І мені підказують, що у нас поновився зв'язок, пане Іскандере, чи на зв'язку ви? Так, я на зв'язку, я чую вас. От цей момент, те, що я хочу повторити своє питання, що зазвичай міжнародні організації закликають Росію дотримуватися законодавства, припинити фальшувати докази. Але з того, що ви говорите, і з того, що показує тенденція на зміну російського законодавства, тепер вже немає
проблеми, немає фактично потреби закликати Росію дотримуватися її законів, тому що її закони стали знаряддям утисків. І тут виникає питання, чи є у західних організацій, у міжнародної дипломатії розуміння того, що російське законодавство тепер є саме по собі знаряддям тортур і утисків українських громадян в Криму? Я попытаюсь ответить на ваш вопрос. Ну, во-первых, насколько международная организация, мы же реально понимаем, что международные организации не могут находиться на оккупированной территории в связи с тем, что Российская Федерация не пропускает миссии ООН, ОБСЕ на территорию Крыма со стороны Украины. Ну, а международные организации не могут посетить или со стороны России, потому что это будет уже признание. И, соответственно, и украинская дипломатия, и общественники, этого мы и добиваемся, чтобы все-таки миссии международные могли попасть в Крым через Украину. Поэтому миссия ООН, ОБСЕ работает здесь, на приграничной территории. Мы, со своей стороны, правозащитные организации, собираем информацию. Конечно же, мы пытаемся верифицировать ту информацию, которую мы... о которой мы говорим непосредственно в наших отчетах. Мы перепроверяем эту информацию. Во-первых, мы собираем через наши источники, которые находятся в Крыму. Мы стараемся, опять же, сопоставлять с данными, о которых говорят наши коллеги, другие правозащитные организации. И, конечно же, большую помощь в этом оказывают журналисты, потому что журналисты действительно собирают колоссальную информацию. Поэтому, собирая эту информацию, систематизируя, как раз мы и стараемся преподнести на различных международных площадках и для международных организаций, чтобы эта информация была достоверная, и оккупационные власти, и их дипломатия не могла опровергнуть. Поэтому мы с этой стороны это четко проверяем. Кстати, относительно российского законодательства, мы уже видим и то, что они законодательство подводят к тому, что любые даже обычные граждане, которые будут делиться информацией, и сегодня уже даже поступают больше информации, даже и в отношении медицинского персонала есть определенные угрозы о том, что если они будут делиться информацией о состоянии COVID в Крыму с внешним миром, то, соответственно, они могут быть привлечены к ответственности. Поэтому здесь отвечаем дальше на вторую часть вашего вопроса. Я хочу сказать о следующем, что Россия как бы не пыталась преподнести национальное право выше международного, все равно пытается быть субъектом международных организаций, международных процессов. Нас... И поэтому если мы обратимся даже к пятой резолюции, которая принята третьим комитетом, то там в первом пункте идет обращение ко всем странам консолидироваться в борьбе за дипломатическим путем, за то, чтобы Российская Федерация все-таки придерживалась международного права. И это очень важный посыл. Пане Іскандере, нам треба вже завершувати, але я хочу задати вам ще одне питання, якщо можна, дуже коротко. В вашому звіті говориться про те, що якраз ріст показує такий злочин, як неможливість порушення права на досягнення рівня фізичного та психічного здоров'я. Мова йде про те, що окупанти в місцях позбавлені волі позбавляють бранців медичної допомоги. Чи говориться, на ваш погляд, про те, що від таких активних дій утиски почали набувати таких більш витончених, більш садистських форм, що це, що окупанти змінили тактику щодо утисків? Ну, в какой-то степени я могу с вами согласиться с таким утверждением, потому что если мы возьмем психиатрическую экспертизу, то мы видим, что обычно людей вместе кладут в больницу, в палату с психически неадекватными больными, что как раз таки, ну, с позиции психиатрии это рассматривается негативно. Они должны обязательно находиться, потому что они на экспертизе находятся. Или ситуация другая, когда политузница, который не вышел на строй утренний, на построение утреннее, в связи со здоровьем, его помещают в ШИЗО.
И как раз таки было сказано вот в этом отчете, что порядка 39 случаев было зафиксировано нами, когда оккупанты в тюрьмах и в СИЗО людей направляют в ШИЗО, в спецблоки и так далее, даже если їх здоров'я ухудшається і якщо вони жалуються на це. Дякую, пане Іскандере. Я дуже дякую вам за таку бесіду. З нами був на зв'язку Іскандер Барієв, член Міжлісу кримськотатарського народу, голова кримськотатарського ресурсного центру. Цю програму для вас провела Лариса Волошина. Я ще раз хочу нагадати вам підписуватися на нашу сторіночку в Фейсбуці, залишати свої коментарі і цікавитися тим, що відбувається в окупованому Криму. На все добре.